Ну вот это значит, да, был центр города этого. Надо. А вот в самом, да, с самого края города, вот там вот, да, вот за башенками, ну вот там, с той стороны, да, за башенками, где уже новые здания, жил палач. Который, да. Вот, и ходил этот палач, обязательно в красном плаще по городу. Палач мог пытать и казнить любого гражданина города, в том числе и феодала, если было на то разрешение магистрата. Но сам палач не имел никаких гражданских прав. С ним не здоровались. Еще бы, здрасте, палач. Его детей не принимали в школу. Да, не, ну у них, да, у них как вот это вот из поколения в поколение передавалось ремесло. Палач мог жениться только на дочери другого.